Литературно-музыкальная гостиная. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях интересный собеседник. Это лауреат премии Аллы Пугачевой, лауреат премии «Овация», автор многих хитов наших эстрадных звезд, известный композитор Олег Молчанов. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Мы с тобой делали интервью последний раз где-то лет 6 назад. Оно проходило в газете «Родник», а вот на студии Раменского радио ты у нас сегодня впервые. Это так, да? Впервые, да. Поэтому, наверное, первый вопрос, который я бы хотел тебе задать. За 6 лет утекло много воды. Что произошло интересного, что нового в твоей творческой жизни? Во-первых, 6 лет назад у меня родился сын. Я не помню, тогда он родился, когда я был в газете. Или он маленький, наверное, был. Тогда он родился. Тогда родился. А сейчас он уже мужчина. Он занимается спортом, ходит на хор в Раменской. В Раменском замечательные кружки, бесплатные. Я думал, такого нет в нашей стране, а оказывается, еще есть. Бесплатный спорт. И он ходит в кружок бесплатный и очень хороший тренер у него, педагог Нина Михайловна. Мне очень нравится. На хор ходит, здесь хоровая студия очень хорошая. Ну, если давайте уж назовем эти хорошие кружки и студии. И кружок, я не знаю, как называется. Он находится на Фабричной, рядом там в фабричных зданиях. Там все секции спортивные. Я не знаю, там названия нет. Это рядом с ветеринарной клиникой. И там есть кружок, куда любой человек может привести своего ребенка и отдать в разные секции. Когда подходит возраст, их уже распределяют по каким-то другим кружкам, смотря какие у них наклонности к спорту. Теннис, там, баскетбол, футбол. А пока общая физическая подготовка. Ну, я так понимаю, это школа комитета по образованию. Наверное. Ребенок – это хорошо. Самый главный ребенок. Да, самое главное – это ребенок, самое главное – это семья. А если говорить о творческой деятельности? Если говорить о творческой, то странно, что у меня сейчас какое новое возрождение. Что я занимаюсь музыкой давно. Лет, может, с 10 мама дала мне заниматься гитарой. Я жил в Люберцах. Ну, хотел сначала просто заниматься гитарой, а потом у меня пошло. Поехал к педагогу в Москву, занимался у лучших педагогов по гитаре и классической музыке, и гитарной, и роковой, и джазовой. Потом поступил в Гнесинку, закончил Гнесинку. И вот так стало это моей профессией. И с молодости я выступал в разных группах, потом начал писать песни. Сначала для себя, а потом для артистов. Для Наташи Гулькиной, там, Натальи Ветлицкой, Ирины Салтыкова, Апина. И пошло. И дошло до Филиппа Киркорова с Аллой Борисовной. Уже выше некуда в нашей стране. К сожалению, наша страна была за железным занавесом. Если бы этого не было, я бы и дальше пошел. Потому что все предпосылки были. Потому что мои песни и в Финляндии поют, и в Америке я для некоторых артистов писал песни. А сейчас, ну, я думал, так и будет продолжаться. Я буду писать песни. И вдруг с рождением сына что-то во мне переключилось, вот как благодать спустилась Господня на меня. И у меня открылись какие-то новые возможности, я стал писать стихи. Я с молодостью увлекался поэзией, я знал всех поэтов, я читал очень много книг. Я помню, даже я вел дневник, у меня в месяц там, по 30 больших книг я записывал, что я читал. Вот я сейчас пролистал дневник. Ты тоже, да? Я тоже записывал то, что прочитал. Ну и вот. И я очень увлекался любой французской поэзией, там и английской. Томас Стенс, Элиот, Поль Элюар, Поль Верлен, Шарль Бодлер. Я знал всю нашу поэзию, я очень люблю. Лермонтов мой любимый, вообще я перечитывал «Герой нашего времени» раз 10 в разное время, и он меня потрясал заново. И вот папа моей жены купил дом рядом с Таманью, это Краснодарский край. Ну, ты знаешь, что это в Краснодаре. Да. Ну и вот, и с этого все началось. Я приехал в Тамань, а там стоит домик, где был Лермонтов. Я как медитировал, молился перед его памятником, зашел в хижину, где он жил, я вспомнил заново рассказ Тамань. И, наверное, его благодать спустилась на меня, потому что я стал писать стихи и тексты. Вот это очень странно. В зрелом возрасте начать писать стихи в таком количестве. Я за то лето написал 100 песен на свои стихи. Духовных. О России, об Александре Невском, о Киевской Руси. Ну, обо всем, о Боге. И о других конфессиях даже. О Кришне, там, о Лао-цзы. В общем, меня так колбаснуло, Слав. И до сих пор вот так и колбасит. И вот это творчество мы сейчас записываем. У меня одновременно в работе альбомов 5. Жена
Она певица и актриса. Алла Комнер, ты ее знаешь? Да. Она снималась в «Возвращении Мухтара», вот она была звезда этого сериала, хотя у нее за спиной 30 работ в кино. К сожалению, сейчас такое время, что снимаются, может, не совсем удачные фильмы или сериалы, она отказывается во многих. И даже из «Возвращения Мухтара» ее не хотели отпускать, она ушла, ну, как в декретный отпуск. Она захотела родить ребенка и заранее предупредила продюсеров. Угу. Они ее долго не хотели отпускать, но потом отпустили. После этого опять просили, чтобы она вернулась, потому что там новая актриса, а поклонники требовали опять Аллу назад. Но многие не знают, а Алла, она актриса музыкального театра. Она закончила ГИТИС, музыкальный факультет. Из 10 лет выступала в детском, в Московске есть такой детский театр рядом с Ленкомом. Вместе с ним много известных людей там было. Коля Басков, ее друг, они объехали весь мир. И в Англии, и в Америке были, везде выступали. Играла главные роли в мюзиклах, Маугли, там много мюзиклов. И Наталья Громушкина. Там много известных людей вышло из этого театра. И она занимается музыкой. Она поет в разных стилях, на 7 языках поет. И раньше она не хотела в шоу-бизнес. Это когда я плотно работал со всеми звездами, все предлагали, вот она приходит куда-то, или бэк мне подпеть, ну, подпевку сделать для каких-то артистов. И все говорят, какой голос, какая девушка, даже Филипп Киркоров. Говорит, а почему не поете? Она говорит, ну, я пою оперу, народные песни. С такой внешностью, говорит, оперу и народные песни, вот это странно. И все ее звали, она говорит, нет, шоу-бизнес не для меня, я люблю серьезную музыку. А сейчас тоже она, может, созрела, и у меня и музыка разная. И мы сейчас очень много с ней плотно работаем. Я перестал работать со звездами, я решил работать со своим близким человеком. Потому что, как правило, с кем-то работаешь потом, или тебя кидают, или контракт, там проблемы. У всех проблемы. Вот Виагра, там 20 составов поменялось. Или у любых групп. Стрелки блестящие, все меняются, это надо бегать за ними, там они то рожают, то замуж выходят, то любовники, то олигархи у них. Лучше со своими людьми и с талантливыми, близкими, с кем Бог свел. Ну и вот, и мы сейчас с ней очень плотно записываем разные песни. Вот кому интересно, вы можете на Ютубе посмотреть, набрать Алла Ковнер или Олег Молчанов. Потому что помимо того, что я композитор, я еще и гитарист. Я серьезно занимался музыкой, я же говорил уже, у серьезных, у самых лучших педагогов в разных стилях. Я пишу инструментальную музыку. И там же в Ютубе можно и мои инструментальные композиции посмотреть. Кстати, в том году было открытие сезона в Раменском, и Ольга Борисовна меня пригласила. Они сделали такое потрясающее шоу. И в Ютубе это есть. Я сыграл свою инструментальную композицию, я ее назвал «Поезд Богородицы». А так назвал, потому что у меня на нее есть уже слова, это песня. Вот когда «Поезд Богородицы» тогда в Москву привозили, когда несколько миллионов пришли, я был потрясен, и вот как слова сами легли. А музыка в стиле Бах. И Ольга Борисовна делает такие потрясающие шоу, что в Москве, за границей, где люди видели вот это мое выступление, потрясены. Потому что там декорации, какие-то компьютерные шары летают в зал. Очень все серьезно, как будто в Кремле или где-то в Нью-Йорке концерт. Как раз Ольга Борисовна с моими друзьями, с режиссерами, там, с Олегом и с Натальей Сувориными организовали конкурс «Голос окей», «Голосок». И в том году вот был первый сезон. Это был детский голос, «Голосок». Я был председателем жюри, а моя Алла была ведущая и исполнительница. Я пригласил известных артистов из Москвы, из «Голоса» уже московского, с Первого канала. Пригласил одного из самых известных продюсеров в нашей стране в шоу-бизнесе. Это было потрясающее зрелище, и конкурс очень хороший был. И много талантливых людей здесь. И сейчас это будет продолжаться, в этом году это уже будет взрослый голос. Вот сейчас 24 октября будет в Воровском сначала полуфинала, потом уже в Сатурне финал будет. То есть в прошлом году был детский, да, в этом... а сейчас взрослый, с 18 до 35 лет. Так что, кто хочет поучаствовать, если вы успеете заявки подать, 24 октября уже в Воровского полуфинал. А во сколько? Во сколько, если не знаю, афиша висит. Прийти, посмотри. Я еще не смотрел. Афиша висит, вот сейчас я приезжал. Вы это узнаете. Понятно. Ты говорил про Аллу и тоже упоминал, не в нашем разговоре, а вот когда мы с тобой тут до эфира, рассказывал и о Геннадии Жарове, что у них сложился хороший дуэт. Я в Ютубе видел песню на твою... Ну, расскажи, «Атаман лихо». Вот как тебе?
Я, честно говоря, не очень понял, о чем песня. Песня отличная, хорошая, и припев, и текст. Но смысла я не уловил. Связь с Украиной? Давай не будем мы в политику вдаряться. Это клип не я делал, я бы так не сделал. Так сильно. Я был на юге, а мне нужно было срочно выкладывать. Я здесь сделал клип, уже выложили, уже был поздно. Для меня это было сильно, конечно. А с другой стороны, сейчас я посмотрел, это может быть и оправдано, учитывая. Потому что у меня много друзей, наши соседи на юге, друзья, у нас много беженцев с Украины. Мы их принимали, они у нас работали, мы помогали. Даже в моем доме здесь у меня друг живет, его родственники из Луганска, их там начали бомбить, они сюда приехали и жили у меня все лето. Так что это все связано. Просто песня, она, конечно, не об Украине, она вообще о ситуации на постсоветском пространстве. Да, больше России. С этой песней, смотри, мистическая история, я хочу про эту песню рассказать. Песня «Атаман Лиха». Песня написана в 80-х годах. Вот представь, 80-е годы. Написал ее мой постоянный соавтор, гениальный человек. Он был один из лидеров русских хиппи, Аркадий Сваросов. К сожалению, он сейчас умер. У него очень интересная родословная. Его дедушка был один из первых летчиков, авиаторов, вместе с Нестеровым, Петля Нестерова в Первую мировую войну. И вот псевдоним он взял, «Слава России», Сваросов. Про него книги пишут, телевидение приезжало. И вот это мой соавтор. Один дед его был министр у Колчака, другой войсковой старшина. И у него вот эти корни, он любит Россию. И вот со всех сторон, вот как-то в этой песне он выразил свое отношение. Потому что в припеве вот слова «Волесу пихта, вопали тополь, атаман лихо занял Чернобыль, в горнице тихо, в тереме кипиш, атаман лихо взял город Китиш». Ой, ты лихо, мое лихо. Ну, тут еще мотивы гражданской войны получаются, да, скорее всего. Да, прошло время, с этой песней вот мистическая история. В те годы я жил в Люберцах, у меня, понятно, дружки были и уважаемые, я со всеми дружил. Люберцы вообще уникальный город, оттуда пошли и качки, первый армрестлинг, все эти соревнования, даже из Америки приезжали, смотрели, у нас известные авторитеты, все пошли Люберай, все из Люберцев. А с другой стороны, музыканты, самые лучшие в стране музыканты, тоже очень много в Люберцах. Со мной в одной школе учился Саша Барыкин, 9-я школа. У него была группа «Аллегра», он пел «Битлз» на два голоса. Михрдат Бади вместе с ним туда приезжал, выступал, который пал не моей памяти, известный ранец. В Люберцах в ресторане подмосковный, «Омут» его называли, ну, на сленге, на люберецком, пел Владимир Кузьмин с динамиком. А рядом танцплощадка в Люберцах, там играл «Аракс». Рядом со мной дружил с моей мамой Леонид Серебренников на Лугах в Люберцах. И вот много я могу назвать. Света Владимировская из Люберец. Гитарист арии Володя Холстинин из Люберец. Гитарист «Миража». Ну, представь, это все Люберец. Еще много. Я из Люберец. Ну, просто музыкальная столица, да, получается. Да, музыкальная столица. Ну и вот. Гоша Барыкин тоже стал музыкантом, сын Саши. Царство небесное, Саша вот недавно ушел. Мы дружили с Сашей, у нас приглашал. У меня группа была «Миссия», а Саша сделал фестиваль «Живая вода». И лучшие группы, ну, которые живьем играют, роковые. И он туда приглашал, и мы часто к ним приезжали. И я Сашу, кстати, Барыкина познакомил с моим поэтом, с Аркадием Сваросом. И с Гошей познакомил. И мой поэт Аркаш написал им гениальный тоже много текстов. Можете потом послушать, узнать. Вот так. И вот история с этой песней. Да, продолжается. Отошли немножко. Нет, ну не важно. Эту песню я работал с Валерием Леонтьевым, моя группа. Мы 3 года ездили перед Валерой, как разогревающая группа. И он очень любил мою музыку, и нас любил. Ну вот, я ему показал вот эту песню, когда случился Чернобыль. И как раз мы туда ездили выступать, и многие там, вот и Саша Барыкина, Ирина Оти, почему у них голоса хрипят? Потому что получили дозу радиации, типа Пугачева. Слава богу, нас пронесло. Ну и вот, эту песню я показал Валере, и Валера собрался ее уже петь. Мы отрепетировали с его музыкантами, приезжаю на студию, а его жена, она директор его, она сейчас в Америке, живет, Люся, вдруг приезжает, услышала эту песню, обалдела, что такой текст, такая она злая, ну типа Высоцкого. И она, вы что, да Валер, на него, ему нельзя такие песни петь. Я понял, что не Валера решает, вот Люся решила, и Валера говорит, ну извини, вот не получается. Это первый случай. Потом Люберецкий уважаемый говорит, давай мы дадим Расторгуеву, Расторгуев будет петь. Я говорю, да не надо, не надо. И вот эта песня туда-сюда. Потом эту песню уже, я другие слова написал, должна была петь Алла Борисовна, уже ее взяла. Потом что-то она думала, я взял из Буланова и записал с другими словами. Потом Алла Борисовна звонит, вот где эта песня. Вот представь, с этой песней у меня такие пертурбации. И вдруг сейчас случилась эта ситуация, а там же слова и Чернобыль, и Китиш, и Россия, и Украина. Я понял, что это обо всем, о нашей жизни, вот этом бардаке, что происходит. И я думал, с кем бы ее записать. А, мы ее записали даже со своей группой тогда, давно. А сводили на студии в Долгопрудном, студии «Дюны». Виктор Рыбин. Да. А там или звукорежиссер потом напился, что-то неправильно свел, а потом студия сгорела. И вот что-то вот мистика с песней. И сейчас вот это время пришло, мне кажется. Я искал исполнителей. Ко мне приезжали разные артисты. Я даже посылал группе «Цветы», там вокалисты мои друзья. Они говорят, нет, мы не потянем. Еще кого-то пробовал. И вдруг к нам случайно в гости приезжает к моему аранжировщику, к Мише, который у меня живет, Геннадий Жаров, потому что он ему аранжировки делал. И говорит, давай попробуем с Геной. А я как-то до этого Гену и не знал. Я к шансону как-то отношусь так. Я более серьезную музыку люблю.
Ну, я как-то скептически отнесся, мы попробовали, и вдруг сразу все встало на свои места. Вроде он не певец, так не умеет петь, голосить, как все, но у него есть самое главное качество для сермяга, вот как говорят. Вот эта искренность, честность, вот эта хрипотца, и все встало как-то на свои места. И вот мы с Геной с этой песни начали, потом пошли-пошли дальше. И сейчас мы заканчиваем альбом моих песен. Будут петь дуэтом Геннадий Жаров и Алла Ковнер. И уже песен 5 есть в Ютубе, они уже выступают, концерты дают, уже какие-то видео. А сейчас Гена приезжал к нам на юг, мы сняли 6 видео. Там же такие декорации, ты знаешь, там Атамань, там казацкие хаты, ну там очень красивый русский дух. Там. И все вот это мы замешали и сняли 6 песен. И сейчас монтируются песни, через месяц, может быть, в Москве или в трактире «Бутырка», там проходят шансонные все эти вечеринки, будет презентация большая, мы звезд пригласим шансона, потому что Гена Здрой, это с Жекой, который вот в рюмке водки, Антрофии, многие. Я приглашу своих артистов, пресса. Вот про Гену такая история, Слава. Не люблю, разлюли я малину, да малиновый звон на юру. Фраера запалили малину, да горишь оно все на ветру. Нашу жизнь превратили в помойку, словно в цирке дурачат народ. Беззаконие терпеть еще сколько, ложь повсюду, и что же нас ждет? Ой, Сюпита, Бополь, Тополь, атаман лихо занял Чернобыль. Горницы тихо, в тереме кипиш, атаман лихо взял город Китиш. Ой, ты, лихо мое, лихо. Ой, ты, лихо мое, лихо. Эй, как звать тебя, Леха и Миха? Где твой бог, где твой царь и престол? Вот войдет в уста глазая лиха, старый маузер грохнет на стол. Разольет стаканы самогону, что терять, кроме ржавых оков? Ну а звону-то было, а звону сдохнем под перезвон медяков. Боли Сюпита, Бополе, Тополь, атаман лихо занял Чернобыль. Горницы тихо, в тереме кипиш, атаман лихо взял город Китиш. Ой, ты, лихо мое, лихо. Ой, ты, лихо мое, лихо. На самом деле, ты не только пишешь музыку, но ты еще обучаешь людей играть на гитаре, на классической гитаре. У тебя есть... Не только классической. На раз. Вот давай немножко этого коснемся. Вот у меня уникальная система, потому что я сам занимался, я хотел... Вот как, как правило, гитарист, если играет рок, он играет только рок, ограничит только там Deep Purple. Если хэви-метал, он играет только хэви-метал. Если классику, он играет только пальцами классику. Если фламенкист, он играет только фламенко. Если цыганскую, только цыганскую. Если джазмен, он только знает джаз. А я решил гитару освоить. В совершенстве нельзя ничего освоить, но стараться по максимуму. Потому что гитара уникальный инструмент, она может такое выдавать. Ни один инструмент такой не может давать. Там и флажолеты, и аккорды, и одновременно как будто несколько человек играют. А играет один человек. Я сначала начал заниматься для себя просто аккордами, песни какие-нибудь, ну, советские. Потом пошел классической гитарой заниматься. Потом пошел рок, я понял, что есть рок. Потом услышал Битлз, обалдел. Там. Потом услышал джаз, там, Бенсона, Антонио Карлос Жобин. Решил вот эту музыку изучить. А поступил в Гнесинку, и мне так повезло. Гнесинское училище – эстрадное отделение, а педагог мне попался, который более с классическим образованием. И как раз мне это подходит. Потому что у меня и эстрадная была там подготовка, и классическая. У меня диплом, я руководитель оркестра и педагог по гитаре. Это моя даже профессия. Я в Люберцах преподавал гитару, у меня было 300 учеников, вот тогда еще в молодости. Потом я стал гастролирующим музыкантом, композитором. А сейчас я столько накопил знаний, и сейчас опять ко мне это вернулось. Я начал писать стихи, я начал опять заниматься гитарой, я вспомнил вот это все. Потому что я раньше занимался по 10 часов. Чтобы добиться чего-то, надо заниматься много. Это с пальца от вальса-то. Ну вот, так планировал день. Занимался сначала классической гитарой, потом медиатором, там гаммы, бах, сочинение, аранжировка, там, импровизация. Ну вот, и я в одном лице, как будто 5 педагогов или 6, потому что я и классику, и джаз, и рок.
Но я частным образом здесь вот учеников талантливых ищу, и у меня они есть, и несколько есть потрясающих. И композиторы уже, они пишут свою музыку, аранжировки делают, записывают альбомы, и стихи. Я люблю творческих людей, вот таких ищу. И вот здесь практикую в Раменском. То есть, если кто, у кого есть желание... То есть, можно начинать с нуля вообще, на самом деле. А все начинают с нуля. Мы и рождаемся с нуля, и учимся. Нет, ну я имел в виду то, что... Любой вариант. Даже если человек может виртуоз в чем-то, но, как кто-то сказал, даже гений может ничего не понимать в чуждом ему искусстве. Ну, то есть, в принципе, обратиться к тебе вот с этим, можно? За помощью, да? Можно на любой стадии... Мне пришли женщины, одна пришла, ей 60 лет. Она пишет стихи, играет на гитаре, пишет музыку и талантливо поет. Угу. Она что-то сидела, смеялась. Я говорю, да вы что? Это потрясающе, что вы пришли гитару сниматься. В любом возрасте. Ну, конечно, не с 5 лет. Ко мне хотят, приводят 5-6-летних, но это рано, у них пальчики еще маленькие. Лет, может, с 9, с 10, вот так. Так я начал заниматься, лет 10 лет. Стала моей родиной, моим домом. Я же говорил, я Люберецкий, потом я уехал в Москву, у меня квартира в Москве. Но волею судьбы я в Кратово снимал дом, и так мне понравились места, что я здесь купил дом. Вот самый кризис. Это какой был, 98-й год? Да, наверное. Вот самый кризис, назло кризису, потому что многие лежали деньги или в банке, под подушкой, и деньги потерялись. А я вложил в дом, и не жалею, потому что это стало моей родиной. Раменское, вот Жуковский, вот это место... И мы очень любим Салу. И Алла, я сама москвичка, она переехала ко мне, и сын у меня прописан здесь. И мы кратовчане, раменчане и местные жители. И мы очень любим. Видел в Ютубе видео с детским садом, да, как вы пели для деток с Аллой вместе. Да, мы даем благотворительные концерты. Алла выступает, она же как почетный, она же раз снималась в этом «Возвращении Мухтара». Какие-то милицейские мероприятия нас приглашают, ФСБ, милиция, мы для них выступаем, и благотворительные концерты даем, в детских домах она выступает. И нас попросили в детском саду, и мы выступили бесплатно, не за деньги, просто помочь. И очень нам понравилось. Детки всегда благодарны, да. Слушатели, от этого не уйдешь. Олег, спасибо, что пришел, спасибо, что мне отказал. Спасибо, Слава, что пригласили, мне очень нравится у вас. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Я хочу к вам привести и Аллу, и потом ко мне скоро должен приехать Геннадий Жаров. Он легенда шансона, он уникальный человек. И он умнейший человек, вроде поет песни шансона, он умнейший, талантливейший. У него закачано в разных, у него много всяких этих примочек, всяких магнитофончиков, всяких мобильников. У него 5000 песен, которые я даже не знаю. Он знает все рок-группы, все альбомы. Как это называется? Гаджетов? Гаджетов, да-да-да. И вот человек уникальный, энциклопедических знаний, и умнейший, у него высшее образование, и тонкий, интеллигентный человек. Так что ему будет интересно поговорить. И он стал нашим другом. Я думаю, что с твоей помощью у нас в студии будет еще немало интересных собеседников. И, кстати, он приедет, я его приглашаю как почетный гость. Вот финал будет «Голоска», это будет в ноябре, финал. Угу. И они с Аллой будут петь дуэтом мою песню. И я буду там выступать. Ну, я приду. Хорошо, приходите. Посмотрю. Все. Хорошо, спасибо тебе огромное. Спасибо, Слава. Я думаю, что мы еще встретимся. Обязательно. Россия, мой отчий край, ты со мной, со своей кровиночкой, в дочке матери поиграй. Ты со мной, со своей кровиночкой, в дочке матери поиграй. И если бы ты спросила, я кем доложусь тебе, я как преподаю. Россия, росинка в твоей траве, я капля поля. Россия, росинка в твоей траве. Чей-то парусник мне мерещится, белым лебедем на волне.
И в глазах моих Волга плещется, и костер горит в глубине. И в глазах моих Волга плещется, и костер горит в глубине. И если бы ты спросила, я кем довожусь тебе, я капля вода, Россия, росинка в твоей траве, я капля твоя, Россия.